Ивкович просит оставить его один на один. И разбирается уверенно. Может доминировать Борис Савович как раз против Охтмана. Против него, ну, Савович никого не стесняется, идет проталкивать соперника. Коносавовича три забил. Находит в углу Бориса Савовича и топ. Он заработал. Савович. Стянул троих Коносавовича. От Савовича. Вот. Савович один на периметре. Перекос от Борис Савович. Первые два очка. Против Бертенса оказался наверху. Хочет заиграть Савовича внутрь. Савович на Мейриса. И еще одна возможность будет. Все-таки забивает. Заслон он от Ивлева. Проходит в центр и... Борис вновь. Савович. Еще одна треха от него. И вновь точно. Савович. Хитростью. Обыграл Джордана Микки и сейчас забивает еще одну дальнюю бомбу. Мяльцева, о чем мы и говорили, самый такой эмоциональный и в нужный момент делает все, что нужно для команды. Сейчас отличный разворот. Ты хорошая возможность для того, чтобы сократить отставание. Нужно играть поагрессивней. Ну, они просто предпочитают открытый бросок для Бориса Савовича. 47% с игры. Семи. Борис Савович с трех очков. Обыграть его левой рукой. Гиганта. Лошадь правила не стал. Савович, а появился Ивлев. Ой, какая хорошая передача. Пытается обыграть Дуду. Ну вот это то, что можно играть с Борисом Савовичем. Юшкевичуса, но вот